Это грязный вьюф, это великий обзор. Обзор. Ну реально, ночь. Возможно, откладывание завода в каках. И новый ужастик хоррор стелс. Father, father. Ух, мы будем искать своих родителей в этом безумном страшном мире страха. Бу-га-га. Игрушка вот совсем-совсем вот недавно вышла. Так, письмо моего отца. Дорогой Маркус. С днём рождения! Люблю тебя, папа. Вы! Отлично, так. Игрушка вышла совсем вот-вот с пылу с жару сегодня. Так. Мы можем еще разглядывать. Это чип ужастик. Беги и прячься в стиле Outlast. О да, детка. Так. Открой. Тик. Ну, играю я днем, собственно говоря, но это я специально для показа. А так я буду в нее резаться уже ночью. Ну что, ребятки, все посмотрели трейлер Assassin's Creed? Валхалла! Ну, она называется Валгала, я ее называю Валхалла! И я надеюсь, всем понравилось. Ну, естественно, он был классный, кинематографичный, и мне очень-очень он тоже понравился. Так. Как говорится, ждем. Валхалла! Так. Нам звонят. Но я хочу поизучать. Я люблю изучать. А потом я возьму звоночек. Возьму звоночек. Гудочек, так. Открой. Темно, не спорю. Я так просто сделал. Можно сделать, конечно, посветлей. Чем я, наверное, займусь чуть попозже. Сделаю намного светлей. Так, в общем, говорят, что это за ужасный страшный ужастик. Так. Ни хрена не видно, как у жопе. Как у жопе, как у негра в жопе. О, у жопе. У жопе у негра. Так, что мы уже там? Выдвигаемся. Пойдем дальше. Стены мне напоминают печи. Ну, кто играл, тот меня поймет. Так, что здесь за странную непонятность? Ага, мы заходим и, естественно, смотрим сразу. Hey, Mark, it's Ryan. Слушай, Маркус, это Райан. Я получил странное письмо. О нем говорится, что слышно, как будто я, как будто кто-то говорит, как будто малышева голос. Быстро надо читать, быстро, ребятки, без этого никак. Собирайся, я еду. Ну давай, ждем. Выйдите из дома. Так. Почему ничего не открывается? Я же люблю, когда все открывается. Графика отличная, на максималках. Домик выполнен довольно-таки в неплохом стиле. Классическим. La Froa de Paris. Отлично. Мне нравится стилистика, в принципе. Лепота! Красота! Чё, всё? Ну, нам сказали выйти из дома. Открой. Сейчас будет загрузка, я угадал. Угадал! Загрузка. О, во время загрузки что-то происходит. Какие-то действия.
Это полосочка. Лузочка. Ну что, ребятушки мои, уходим, уходит канал Great Reviews на майские праздники, но я с вами скоро встречусь. После майских праздников обязательно будут новые обзоры. И будет много интересного. Проведите эти майские праздники с умом и дома. Где же еще? Так. Мы уезжаем из дома, из уютного домика, который стоит, я думаю, лямов 50 уж точно, может больше. Игру, кстати, можно играть в VR, если есть. Так, мы с кентом. Выходим. Мы приехали, судя по машине, на Порше. Или я ошибаюсь? Что, опять загрузка? Она будет быстрая. Нам нужно найти пропавших родителей. Это загадка. Днем, ребятки, не играйте в ужастики, не советую. Я еще сейчас чуть-чуть для показа вам пройду и оставлю игру на ночь. Начинайте играть ужастики с 12 часов ночи, где-то так. Когда уже все улягутся, допустим, да? Когда будет тихо, одеваем наушники, включаем звукан более или менее и начинаем обсираться. Ну, если это ужастик, действительно ужастик. Берем чашечку кофе, как я делаю, так, с молочком, и начинаем вникать в эти истории страшных далеких игровых миров. Вальхалла! Кстати, при чем здесь это? А, ну я же Ассасина пересмотрел. Вальгалла. Идет загрузка. Идет загрузка, грузка, грузка, грузка. Так, сейчас посмотрим на тачку кента. Давай, чем? Что нам не покажут? Блин, темно. Я был неправ. Сорян. Это мини. Это походу... Похоже как мини, да? Ну, похоже. Ладно. Хрен с ним. Я был неправ. Так. Сменить. А что это? А, это фонарь. Ячить, колотить. Я был не прав. Но ты меня простишь. Так. А. Также на F. Это жига. Не, наверное, лучше рационально будет фонарик. Ну, как сказать, рационально. Там тоже же батарейки, правильно? Если... Не, если он бесконечный, то отлично. Тогда заебись. Так. Блин. На ультра, ну... Графика, ну, ребятки, могли бы сделать и получим. Так. Чё так фонарик херово свечит? Так. Так, в общем, здесь ничего нету. Заходим в старый вонючий домик. Открой. Найдите вход в здание. Ой, блядь! Что-то мне, ребятки, шикотно.
Даже днем сейчас я играю, и что-то сыкотновато. Блин, я уже давно это сделал. Чего у меня грузище? Че, не открывает? О, кто-то уже наложил кирпичи. И даже много. Значит, это скрытая подсказка, что здесь будет обсиралово, и много нам придется развести кирпичей. Так, пойдем что, наверное, туда? Он бегает, нет? Он не бегает! Сорян. Подожди. Я бегу. Это он так бежит? Серьезно? Это он не бегает. Сразу говорю. Это он не бегает. Что это за бег? Бег какого-то калеки. Честно, вот. Без обид. Нифига себе точило здесь. Ладно, тут ничего нету. Ну беги, блядь, раз ты так бегаешь. Чё, запыхался уже? Так, чё здесь? Давай так, пойдём, ладно, хрен с тобой. Люблю всё поизучать в игрушечках. Это просто сказка какая-то. Где фонарь? Какого хера он так свечит? Он же должен свечить, как фонарь. Или тут уже батарейки закончились? Хрен поймешь. Хренушки поймешь. Так, нам, видимо, на лестницу. Давай, давай. Лезь, чувак. Что мы взяли? Кто мне скажет? Ты. Окей, я все понял. Надо разобраться. Просто надо было разобраться. Здесь есть батарейки. Это уже хорошо. Ладно. Прыгать можно? Нетушки, херушки. Буду игру проходить, конечно же, буду, потому что играть не густо. Не густо. Но только ночью буду проходить. А, нет! Не во что. Есть Street Fighter 4. Ну, а это уже совсем другая история. Так. Давай сюда. Лазь, детка! Ну и... Ну и... Перепрыгивай. Нет, он ни хрена не перепрыгивает. Найдите, чем его разбить. Окей. Оби. У нас ничего нету. Ни хрена нет, у нас только батарейки. Будем искать, чем разбивать. Ну а пока я буду искать, друзья, советую поиграть, но только ночью. Там что-то произошло, и фонарь гаснет. Ну его нахер. Лайк, дизлайк, подписка, любишь ужастики. Смотри мой обзорчик, и игрушка, по-моему, таки неплохая игрушечка. Предварительная оценочка 7 баллов. Возможно, 7, может быть 6.
Посмотрим. От степени обсираловки. Все, друзья, лайк, дизлайк, подписка, помогаем на развитие канала. Любую монетку есть, хорошо, нет? Все придет. И адьос!